Проголосовать уменцы могут из-за участников музыкального фестиваля молодых исполнителей «Запреты спали». Он снова стартовал в областном центре и уже стал традиционным. Прямо сейчас идет борьба за выход в полуфинал. Подробности узнал Николай Смирнов. Песни на русском и английском сольно и целыми коллективами. Здесь важен не только уровень исполнения. Начинающие звезды должны уметь и справиться с волнением, и подать себя. Запретов никаких нет. Для многих участников этот фестиваль стал путевкой на большую сцену. В прошлом году очень много талантливых ребят не просто ушли со сцены с дипломами, они снялись в кино, в музыкальных клипах, они стали выступать на площадках города, что очень приятно. И у нас нет какого-то предвзятого отношения. Хочешь узнать что-то новое, приходи в Дом печати, потому что здесь происходит все такое underground news. Тут новости из андеграунда. Настоящий драйв. Фестиваль под названием «Запреты спали» проводится уже в третий раз. Принять участие в нем может любой. Здесь не требуют обязательного музыкального образования, главное – желание. И для многих ребят это способ самореализации. Все мы очень любим играть. Кто-то любит петь, кто-то играет на гитаре, кто-то на барабанах. Я играю на басу. И поэтому мы надеемся, что у нас есть будущее в музыке. У нас есть, конечно, такие планы писать песни самим сочинять музыку, но пока мы играем каверы на популярные темы. Отборочные туры фестиваля проходят каждую среду в Доме печати. Впереди полуфиналы. А победителей, кроме дипломов и подарков, ждут персональные мастер-классы с педагогами и участие в новых творческих проектах. Проголосовать за понравившегося конкурсанта можно в официальных группах фестиваля в социальных сетях. Николай Смирнов, Александр Вележанин, Тюменское время.